Так, антитабачный закон у нас. Угу. Нет, я как бы, если курю, но только когда выпью, я вообще очень редко вообще курить как бы. Но у меня очень много как бы знакомых, друзей, которые курят, и такие активные курильщики, им, конечно, тяжело. Когда я про то, чтобы, да, чем меньше курения, тем лучше, и в общественных местах, там, где дети, особенно вот в ресторанах, там, потому что ты сидишь, на тебя дымят, там, ну, как бы это не очень приятно тем людям, именно, которые не курят. Но то, чтобы оставляли комнаты специальные, вот это то, что их убрали, это неправильно. То есть в тех же аэропортах, там, вокзалах, не знаю, там, даже в тех же ресторанах, там, какие-то курильные комнаты, ну, как бы табачные, вот это, наверное, все-таки нужно было оставить.